Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Как сегодня выглядит мама и дочка со знаменитой фотографии? Фото 30 лет спустя. В 1987 году фотограф сделал на рынке снимок, на котором запечатлены мать с маленькой дочерью. Тогда кадр из Будапешта не стал жемчужиной мировой фотоиндустрии, но в 2020 он неожиданно обрел широкую известность благодаря соцсетям и их безграничным возможностям. Во времена популярности мемов нельзя не заметить такое фото, ведь то, что на нем происходит, по-своему поразительно. Снимок мамы и дочери действительно весьма необычный. До недавнего времени он не был известен широкой публике, но с появлением интернета и возможностью быстрого распространения информации множество пользователей пытаются отыскать в сети самые смешные и необычные фотографии. Итак, что же привлекло людей в этом фото? Вы наверняка уже догадались, если внимательно посмотрели на фото, что пользователей покорил способ транспортировки ребенка, которым воспользовалась изобретательная женщина. Этот лайфхак для родителей, которые вынуждены ходить за покупками с маленькими детьми. Как освободить руки? Правильно, положить ребенка в большой плотный пакет, главное его удержать. Но это лишь шутка, которую не нужно приводить в действие. Фотогеничные лица обеих героинь, атмосфера снимка, словно ожившая картина художников Ренессанса, также привлекла внимание пользователей сети. Новость о популярности фото дошла до его автора. Мужчина признался, что не знает имя человека, который выложил его старый снимок, но он ничего против этого не имеет, ведь теперь его фото получило вторую жизнь. Примечательно, что многие люди нашли внешнее сходство между матерью малышки в пакете и принцессой Дианой. Вдохновившись неожиданной популярностью, Атила Манек решил повторить фото с теми же героинями. Фотограф успешно реализовал свой замысел, и результат превзошел ожидания. Фотографу не составило труда найти маму и ее дочь с фото, ведь они являются его женой и дочкой. Идеальное совпадение. Маленькая девочка, которая выглядывала из пакета, несмотря на такие необычные походы на рынок с мамой, добилась успеха в учебе и стала ученым-химиком. Раскроем небольшой секрет. На самом деле мама не носила дочь в пакете. Это было частью концепции фотографии, придуманной отцом. Этим снимком мужчина хотел обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются многие матери, которые вынуждены после работы забирать ребенка и кроме этого еще и идти за покупками. Вот такой важный посыл передает эта на первый взгляд смешная фотография. А что на этот счет можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.